7 часов утра. Вот уже солнце. И уже почти все сухо. Все, начнется сейчас восстановление. Люди начали ездить. Уже где-то там пила скрипит. Потихонечку, наверное, будет пилить, срезать. Вот там провода будут восстанавливаться. А тут у нас вообще завал. Надо будет потом пойти посмотреть. Вышла за ворота. Сейчас вот. Вот там. Вот тут деревья повалены. Где еще? Ну, тут особо пока ничего. Вот это вот этот. Так, немножко. Вот еще пальмы там. А. Дальше на улице там. Там деревья повалены. А у нас так ничего. Так вот тихо как-то. Сейчас пойду туда, смотрю еще. Там очень сильно вот у нас. Посмотрю сейчас. Да, вот тут сильно. Дерево пострадало. И там еще на углу возле школы. Сейчас пойду посмотрю. Да, здесь вот, вот так. Выход на дорогу ЕС-1. Дерево так перегородило всю дорогу. Почтовые ящики вообще. Все вот тут вот сбило. Это, наверное, так гремело, стучало все время. Что там было? Столб какой-то, не знаю, что там было. Ну, уже пилы стучат, топоры гремят, пилят. Ну, вот видите, все сюда вот заброшен. Вот так. Это приехал менеджер по дорогам со своей техникой. Раскидали вот так вот. С дороги все, дорога чистая. А вот здесь вот тротуары его не интересуют. Ну, так говорила ему про школу. Где не интересуют. Машины едут, все, до свидания. Поехала дальше, посмотрю. Пойду посмотрю, что еще есть там в городе, где и что и как. Игрался тут со светофорами. Не со всеми, но поигрался. Да, вот железная дорога, Голевой бульвар. Светофоры не работают, все закрыто пока. Там, не знаю, посмотрим. Да, центральный Голевой бульвар вот тут вот. Прошелся хорошенечко. Тут вот все. Ну, конечно, ребята, все. Конечно, ребята, все, конечно, все закрыто. Но магазин вот далеко, Пабликс он работает. А так, в принципе, вот магазин и все закрыто.
витрины убраны, собраны. Правда, стекла, видите, специальные, наверное. Все сохранено. Ну, так, конечно. Вот это все кругом. В центре тут вот парк. Нет, он в порядке, все хорошо, но не пострадал совсем.